кражу. Совершил кражу с вооружением. Вы раскаиваетесь в содеянном? Да, 100%. На 1000000%. В момент совершения преступления мужчина был более решительным. Он подошел к продавцу молочной продукции и решил заработать с помощью угроз. Взял с прилавка нож. Как раз людей никого возле меня не было. И приставил к животу. Сказал, давай 5000 или буду наказывать. Думаю, сейчас с ним драться я не осилию, пихать его. Я говорю, ладно, что-нибудь сейчас придумаем. Успокоила его. Женщине удалось выиграть время, забежать в ближайший магазин и вызвать полицию. Злоумышленника оперативно задержали. Ранее судимый 38-летний житель Курска признался в содеянном. На месте преступления стражи порядка изъяли нож, который в рамках уголовного дела направлен на экспертизу. В настоящее время судом фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста.